Одобрены документы, направленные на обеспечение учета товара в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе в Кыргызскую республику. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Кыргызской республики Акылбек Джапаров. Как сообщает пресс-служба Кабмина, данное решение принято в целях создания благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений, обеспечения увеличения экспортного потенциала учета товара в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе в Кыргызстан, определение даты принятия на учет.